Всем снова привет, друзья! С вами полковник Кастрюля в образе Иосифа Сталина, ну скин красивый все-таки, и мой чокнутый друг. Мейзи. Вот, и в прошлой серии мы закончили с вами в этом красивом дурацком доме. Вот. И нам нужны стекла. Вот. Где мы будем стекла добывать? Сами не знаю. Ну давай походим где-нибудь, поищем какие-нибудь. Да, может все-таки где-то может быть песок, там, не знаю, что, океан и озеро. А пошли вот туда, слышишь, вниз туда. Вниз? Да. Ты уверен, там монстров нет? Ну не знаю, ну сейчас утро как бы. А, точно. Они утром уже не спалятся, ну, да? Ну не знаю. Ну. О, вот тут травка зеленая начинается. Ну пойдем сюда, куда. О, так, слушай. Главное не забыть, где это. Да нет, я запомню. У меня память плохая. А, окей. Так, значит. Так, вон она, да? Окей. Да. А значит, чё нам сейчас нужно? Нам нужны стекла. Да, стекла. Песочек сначала. Да, ну, сначала найти. А песок. Как делать из песка стекло? Его печь? Ну, надо, да, надо печку сделать, потом переплавить все вот это. И тогда уже получится само стекло. А, ой, что-то какие-то у меня облака двухмерные. Опа! Смотри! Чё? Песок! Опа! О, крабик, смотри, краб. Откуда они здесь, слушай? Это краб. Я никогда не видел крабов в Майнкрафте, ребята. Кто видел моих крабов в Майнкрафте? Смотри, какие глаза у него. Офигеть, тут рыбы. О, ничего себе, и рыбы тут есть. И крабик, смотри. Смотри, смотри, какая маленькая рыбка. О, господи, маленькая. Слушай, выбирайся, мне кажется, все-таки они тебя укусят. Это вообще кто? Это сом или кто это? Акула, может? Это какие-то осетры. Осетры. Нет, может это, знаешь кто? Сейчас скажу. Сейчас. Щука. Щука? Не, щука, она длинная. А, да. Но они тоже не маленькие. Так, о, смотри, тут деревьев дофига. А я говорил. О, точно. Слушай, может тут построимся? Слушай, давай сделаем дом, да. Это будет наше личное озеро, мы здесь будем купаться. И, кстати, это, рыбачить тоже можно, ребят. Тут рыб, смотрите, сколько. Мы можем рыбачить хоть годами. Да, просто будем, знаете, отходить. Слушай, они... а приготовить крабика можно? А, наверное. А из него ничего не падает? Не, нельзя. Нельзя? Давай сделаем тут, короче, такую, типа, место для рыбалки. Давай, это будет, типа, наш... Это, как бы, ну... Как это назвать-то еще? Навес. Навес? Шатер. Шатер, я пойду, да, пока к нашим любимым паукам, кабанам прибегу. Пауки, господи, они так... Мурлыкают, хрюкают, как только не назвать. Хрюкает, может быть. Да, точно хрюкает. Забылся это слово. Ой, у меня куда-то нож пропал. Ну ладно. На, возьми мой. А ладно, я чё ещё, не собираюсь никого убивать. Точно, ну смотри. Ой, он слушай, он дерево кушал. Кабанчик. Кабанчик. Вкусно ему кору есть. Слушай, а помнишь, я же говорил солить эти грибочки? А, грибы, да. Давай. Найди мухомор еще. Мухомор еще найди. Мухомор, так, стоп. Сейчас найдем. А, вон там мухомор дальше. Давай цветы я соберу. Цветы будем у дома садить. Ну, все-таки красиво же, согласись. Ну, давай, ладно. Сейчас я соберу цветочки. О, мухомор вижу. Бегу к мухомору. Угу, давай. Мухоморчик. Так, и во-первых, нам нужно сделать верстак. Так, а что еще тут есть? Еще мухоморчик. Сколько мухоморов надо? А, где-то... Ну, возьми... ну, два мухомора. Так. Все, у меня два есть мухомора. Ага, окей. Опа. Знаешь что? Может, еще больше мухоморов найду. Ну, все-таки, чем больше мухоморов, тем сытнее, согласись. Ну, да. Главное, чтобы я тебе не... Смотри, один как бы мухомор, да? Вон нашел мухомор. И один гриб, это... Ну вот, это одна. Чего? Одна? Похлебка. А, похлебка? Значит, нам нужно больше похлебок. Да. И грибы, кстати, можно выращивать, там все такое. Да ладно. Да. И что, это разве небольшие размеры и грибов еще? Не. Хотя, да, тут есть побольше грибы. Такие... Помассисти. Ох ты, сколько... Господи, сколько мухоморов! Да чё, нашёл дофига мухоморов? Да, рай мухоморов и грибов. Рай мухоморов. Слушай, тут их очень много. Главное, чтобы я не потерялся. Их очень, пока я все не соберу, я отсюда не уйду. У нас будет с тобой столько похлебки, что мы с тобой умрем, наверное, от передозировки. От переедания. Слушай, нет, тут реально их очень.
Грибов прям, ребят, кто видел сколько полянок, ну и полянку такую, точнее. Полянку вот. Из грибов. Это что, розы? Мимозы. Не знаю, наш. Так, господи, я вообще их, наверное, весь все не соберу. Их тут вообще очень много. Стак, ну, ладно, на это. Оставь, пускай растут еще. Да, ты думаешь? Да, да. Надо запомнить это место. Сейчас координаты. Найс, у меня этот саженец дубы, да? Я все равно знаю, как смотреть координаты. У меня просто грибов. Знаешь, сколько мухоморов? 13. Сейчас мухоморов побольше соберу, чтобы, ну, было ровно, как и этих. Белых грибов. Все, смотри, я сделал, короче, нам площадку для рыбалки. Сейчас, у меня 16. Сейчас, подожди, мне немножко мухоморов. У нас будет ровно 18 похлебок. Все, я готов. Я к тебе иду. Ага, давай. Главное теперь найти тебе. Сейчас мы найдем. Давай, находи меня, я пока что строю тут. У меня столько мухоморов, ты сейчас просто обмухоморишься, короче. Если увидишь, сколько у меня мухоморов. Обмухоморишься. А, все, воду. А, нет, стоп. А ты где сам-то? Я сам не знаю, где я. Я реально потерялся. Как ты не знаешь, где ты? Да я потерялся. Ой, так, Ну-ка, давай, ищи меня. А, во, стоп, налево повернись. И беги вот так. А, все, вижу. Во, видишь? Да. Вот, беги сюда. Так, все. Ой, слушай, солнце садится. Да плохо же. А, блин, да. Так, а я тут построил какую-то никакую. Смотри, мухоморов сколько. Давай. Я могу быть, короче, мухоморным бароном. Смотри. Смотри. Майнига. Так, слушай, нам надо дерево под конец нарубить. А, песка же не нарубили. Ё-моё. Только Нейзи умеет рубить песок. И собирать дерево. Лопатой собирать, ребят. Слушай, чувак, нам. Не знаю, нам не сладко сейчас придется. В смысле? При то, что сейчас ночь, как бы. Сейчас придут эти, как. Ой, пауки, слушай, зомби, они уже. Давай срублю побыстрее. А утром разрубим эту фигню снова. О, стой! Ты че меня пугаешь? Залезай! На. Я залез. Не могу залезть! Залезай! Ой! Все, я здесь. Слушай, а пауки же залезть могут и. Не могут. Не думал? Не могут? На эту не могут. Ладно. Ой, чувак. Эндермены. Сейчас. Господи, что происходит? А что они. Они, смотри, колбасятся там против друг друга. Ага. А где. Ну, чувак, дай я поставлю вот так, чтобы нас стрелять не могли. А мы можем присесть и лечь. Смотри, там паук. Господи, что это такое? Смотри. Чё. Вот, кто это? Зомби какой-то. Белый. Вот, это призрак. Призрак? Да. Видишь, зеленый. Да. О, смотри, там вервульфы, смотри. Вон, вижу. Ай, блин, я упал. Блин, давай. Черт. Как тебе руку дать? Ай, фу. О. Смотри, там призрак. Да. Очень страшно, на самом деле. Офигеть. А там что, смотри, что за красный? Какие-то вон два дурака зеленые. Огры. Блин, знаешь, плохо, что я удалил мод Hardcore Darkness, да? Потому что тут бы сейчас темно было бы. Вообще жесть. Скорпиона вижу. Где? Вон. А, в следующей серии мы поставим мод Hardcore Darkness, и тут вообще такая темень будет, что жесть. Ой, я боюсь очень сильно. Эти зомби достали. Да, а если будет... Интересно, что если я подбегу к этим оркам? Ну, орк. Они тебя убьют. Да. Опасные. Такое ощущение, что это крабик. Смотри, там блин, там трое вервольфов. Да, они очень. Ой, не, ты чё, брат, сумасшедший? Что? Ты сумасшедший, что ли? Блин. Ой, он на меня сагрился, походу. Ток, призрак. Призрак. Да. Он на меня посмотрел так. Ой, он взлетает. Он не понимает, кто в него. Там еще второй призрак. Где? Справа. Вон где эти пауки дерутся, там дальше, видишь? Он. Но слевее возьми, вот там, вон в небе. Офигеть, смотри, там огненный. Вон там Гоум еще. Ой, я спрыгнул! Ты что, упал? Я убегаю! Залезай сюда. Стой, я до Гоума. Или как он там? Орка, ты чё?
Ой, я скринчок случайно сделал. Ой-ой-ой, я бегу. Убегай, да. Господи, что там происходит? Дейзи! Сюда забегай. Сюда вот. Не с этой стороны, с этой стороны. А-а-а, там крипер. Сюда, сюда, я сказал. Как я не знаю? Ко мне беги, вот сюда. Ну и чё, как мне? Вот сюда залезай, вот сюда. Чёрт. А-а-а! Помогите! Это на маленькие зомби! Ползи сюда! Сейчас. Ползи! Ай! Мама! Бегай по кругу, бегай, залезай! Залезай! Я горю! Я горю! Сюда беги! Ай, я не могу, я застрял! Помоги, я живой! Нет, я мертвый! Я мертвый! Блин, офигеть! Этот крипер всю я рыбу... Я залезть никак не мог. ТП хази ко мне. А как? Ну, напиши ТП и мой ник. О. Все. Блин, господи, я вообще ничего не понял. Блин, мне еще хватит. Залезай сюда. Подожди, тут-то немного чего ставили. А слизняк кусается? Да. Да? Да. Давай сюда ползи. О, ой. Ну, это жесть, конечно. А, сырая рыба 300. Да что у меня? Стойка рыбы 349. Да крипер взорвался же, сказал. А что это? О, лук, смотри. Я его могу посадить. А! Что, упал что ли? Да. Давай, брат. Что мне сделать? Как мне? Да я сейчас сам за ней заходу. Понимаешь? Да блин. А зомби пихают меня. Сейчас я их этого. На. Офигеть, там скелет. Смотри, что происходит. Там, блин, какой-то зомби-апокалипсис. Смотри-ка, видишь там это? Там где? Та лошадь, которая вчера тебя поймала. Урод. Эту лошадь ненавижу. Ой, попал по ней. Попал. Ага. Ибо нефиг, знаешь? Мы потому что опасные подсики. О, смотри, это вервульф или просто волк? А, это вервульф. Где? А, это вервульф, да. Смотри, там маг, колдунья или как? А, монстр. Да, это... Я понял. Нифига у них там это. Туса. Туса, смотри, он там, вне это, у пауков. Ага, туса пауков. Они там вообще дерутся. Жесть. Воюют между... Там это нож и меч. Слушай, когда день уже будет, а? Они, смотри, 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 дерутся, смотри. Ага. Мать его. Ну, вот это, конечно, тусы. Да, очень уж опасно. Давай, короче, по-быстренькому. Сейчас бегаю, заберу твою. Там стейки. Скелетон лимп. Ай, бульк, ползи. Ползи, 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 ползи. Ой-ой-ой, с тобой стокает. Ой, ой. Так, так, я бегу, 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 бегу. Эть, а! Все, я здесь. Красавчик. На, забирай. Ножик, рыба. Так, полстака стейков. Что у тебя еще было? Все? Все. Хочешь гнилую плоть покушать? Не, у меня... Спасибо, я не настолько голоден, чтобы есть гнилую плоть. Слушай, что нам делать-то сейчас? Да и ждать рассвета. Да. Ага. Как-то какой-то слишком плохой план. Ну, а есть получше? Ну, так-то да, нету. Ну вот. Нету, так нету. Я отстреливаю зомби, как в каком-то апокалипсисе. А, я не могу попасть, что за фигня? По кому? Да по зомби. А, не по тобой, потому что... А, не, нормально. Опа. Господи, что происходит? Сложился. Да. Блин, мне бы, конечно, хотелось, чтобы они побыстрее уже. Ну, чё ты... О, зомби. Слышь, слизняки под водой подыхают. Да, я не знал, если честно. Блин, да чё происходит-то вообще, а? Да я если бы знал. А, ой! Зомби идут к нам. Ты кто опять меня упал? Ударил? Тебя это, лучник. А, скелет. Ну-ка. Ай, блин, я тут сломал. Опа. Ай, тихо. Ай. Фу.
Я залез. Сколько их тут много? Аккуратно, скелет, ты чё? Блин, как-то это, ну... Крипово. А вот ща, да. Рассвет, видишь? Да, ура! О, смотри назад. Назад куда смотри? Вот туда, вот туда. А. Давай смотреть, встречать рассвет. Давай. Откуда солнце выйдет? Ну, оттуда. Ну, я понял. Ща вы все сгорите, ублюдки. Да. А, надо этим ублюдкам еще вот так, знаешь, разломать все, чтобы они сгорели. Чтобы они сгорели, нафиг. Сгорите, уроды. Ща будет. А, слышь, а ты еще спрыгни и побеги, знаешь? Да, я тоже так хотел. Давай, сейчас давай. Солнце уже вскоре. Во, все, горят. А теперь беги, беги. Эй, беги. Уроды! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Огненная пати. Тыщ-тыщ, пуф-пу-пуф. Пуф-пуф. Облегчу их страдания топором. Ой, ё-ё-ё-ё-ё. А, я горюсь! Горюсь. Горюсь я. А чё этот очень не подыхает? А он под этой стоит. В тенечке, типа, умный самый. Так. Да, но мы его выкусили. Или как там, раскусили. Да. Так, знаешь что? У меня есть идейка хорошая. Ну-ка. Мы с тобой сейчас сделаем стекло. Да, давай накопаем и сделаем стекло. Все, я копаю. Давай сначала это посадим. Верстак, надо сначала лопату сделать. Нет, я это кусты посажу. А, какие кусты? Ну, вот эти всякие. Я цветочки же зачем брал? А. Василёк тут, короче. Окей, слушай. О, скорпионы. А грибы? Блин, мухоморы где? У тебя есть мухоморы? Мухоморы? Нет. Я же их потерял, получается. Там столько мухоморов. А, вот, 19 мухоморов у меня. Все, нормас, у меня их. Нормально. Окей, так. Окей. Надо стекло. Я, короче, пока песок копаю, да? Да-да-да. Слушай, если, короче, убить большого скорпиона, да, из него выпадет несколько яиц, и если эти яйца вырастить, типа, у тебя будет свой скорпион. Ой, вода тут выливается. Ну, ничего страшного. Давай тогда, а где скорпион? Он ночью-то выходит только. Да-да. Блин. Так. Обидно. А, собственно, вот такие вот делишки. Ну, я уже песок почти набрал. А сколько надо блоков песка? Ну, минимум штук 30. Ладно. Ну, заодно водоем расширим, да? Ну да. Почему бы нет, рыбачить нам как бы. Ну, и да. Рыбки пусть плавают там. А может, я все выкопаю? Ну, давай выкопаем. У меня 30 уже есть. Пригодится все равно. Ну да. Рыба аж в новое место поплыла. Да, ей вообще по кайфу там. Плескается себе. И рядом паук свинья такая. Ничего не понимает. У тебя сколько уже песка? 40. О, у меня 20. Ну почти 40, 39. Я думаю, я возьму сейчас. Так. Только рыбе что-то не по кайфу, ее течением сносит. Смотри, у нас. Смотри, как долго. У нас, смотри, как у нас дом как держится классно. В воздухе. В воздухе, да. Слушай, я тут копаю, да, песок? И тут стоит это. Паук, да, и как бы случайно так, ну, ебасос не задеть ему. А, точно. Песком. А то, да, потом он стрелял сам. А то тут не один паук, ладно бы один паук был, но тут два же, а, три даже паука. Они все как бросятся на меня, да, как бежатся в Германию. И вот. Слушай, а под водой песок труднее ломается, да? Ну да, а так ты Ctrl-F нажми, чтобы встать. А, вот такие вот дела. Какой раз я это сказал уже? Эй, не знаю. Ну да. Так, водоем расширили для рыбок, потом ща. Все, 50 песка у меня, братан. Ага. Что мне с ним делать, с песком? А, с этим песком сейчас давай мне. Давай, сейчас. Ой. Давай я как типа beach my mind terrors. Ага. Yeah. Не, ты неправильно делаешь. Ну-ка, зажми Ctrl-F. Ctrl-Q, вернее. Ctrl-Q. Все. Смотри, уходи теперь с верстака нафиг.
Я ушел. И смотри на меня. Чего? Что ты сделал? Хопа. Сейчас будет... Стендап. Ой, Макс Пейн, блин. Ты так выпрыгнул, типа, знаешь, тебе хорошо так... Ааа! Теперь собирай песок, дурак. О, я знаешь, что нашел? Что нашел? Эти подсолнухи. Эти? Эти подсолнухи. А семечки из них можно будет? А, не знаю. Ну попробуй сломай. О, я вижу этого. Кого? Как его? Ну, желе. А, желе? Да. Пошли в этот. Подожди, я сейчас желе убью. Окей. А нам желе нужно? Желе? Нафиг нам желе. Я не знаю, ну, вдруг мы там холодец хотим сделать. Что же, животин, он как бы полезен, говорят. Все, пошли ты, желатиновый барон. Пошли мы сейчас на эту... Куда? Ну, на гору нашу. А, сейчас, подожди. Окей, я жду. Я же должен это, с подсолнухи посадить. Подсолнухи? Где? Да, вот тут. А, я понял тебя. Чё-то как-то не очень смотрится. Да, нормально. Ай! Беги! Чёрт! За тобой два сагрились. Ой-ой-ой. Я сейчас сделаю им пиф-паф. Уходи. Офигеть, они ещё на дом... Нет! Блин. Вы что, офигели? Они прям толпой агрятся. Они запрыгивают на дом? А, да. Запрыгивают. Ну-ка, помогайте. Ой, спасибо, ребята. Блин, тоже спасибо. Так. Забирай там. Блин, а куда они дели всю мою... Это... Чё? Ну, песок то, что я накопал. А, во, всё, тут лежит. У меня тоже песок есть, 64 песка. Окей, все, пошли в этот, домой. Ой, так, давай я песок положу. И куда? А, я не знаю, у меня 64 песка, куда мне его? Это пошли твой песок. Пошли домой, говорю. Так это наш новый дом, нет? Так нам же там надо застеклить. А, точно, я забыл вообще про это. Пошли, дом. Пошли, да. Пойдем. Собственно, сейчас мы туда вернемся. Наш, скажем так, горнолыжный. Спуск. Спуск. Кстати, а тут здесь можно канатную дорогу сделать? Какую? Канатную дорогу. В смысле? Ну, провести трос и там по нему вниз. Ну, можно вагонетку сделать. А, точно, вагонетку сделаем, го. Потом. Давай. Ну, и сейчас уж, конечно. Ну, а нам где нужно отливать. Отливать будем все там. Но это будет очень долго. Ну, да. К сожалению. А, во-во-во, вот там этот домик там. А, я вижу его. Давай туда ползем. Я еле-еле прыгаю, если честно. Очень трудно. Трудно нажимать, да? На пробел. На пробел. Да, очень трудно. Зажрался. Так. Значит. А, вот. Домик наш. И, господи, тут снег так разбросан, знаешь, разнобой. Ха. Чё? Да ничего, снег тут такой красивый. Такой, ха. Не болеет, ребят, чтобы Нейси не болел, ставьте лайки. Вот он смотрит на лайки и что происходит? И я не болею. И он не болеет. А то он болеет, знаете, ребят, знаете чем? Я не... Чем ты болеешь? Чем-то. Чем-то. А, слушай, нам надо это... верстак, значит. Сейчас, подожди, я... А у нас топливо-то есть для печки? Топливо? Ну, типа доски. Топлива нету. А, стоп. У меня есть... у меня есть Angel Fish Egg. Что? Ну яйцо какое-то. Нафиг нам яйцо, мы чё? Я не знаю. Чувак, как нам нужно переплавить доски? Смотри, у меня яйцо какое-то, я его сейчас вырощу. Как прыгнуть? Как прыгнуть еще раз? Ну, это, запрыгнуть на дом. Ну, а, вот все. Все, не надо уже. Смотри, что это за яичко? Смотри. Яичко. Вот он. О, где он? Вот, смотри, что это за яичко? Ну, вырастет оттуда гомункул.
Я не хочу, чтобы он гомункул. Не подходи к нему. Пусть о, оно растет. Суп, H. Hutchinson, keep watch. Это чё? The creature located. Переводи. Ну, короче, из яйца скоро вылупится кто-то. И, типа, говорят координаты. Ну, мы на них находимся сейчас. А, ну что ты делаешь? Дай яйцо мне. Я его заберу. Ща, гому... Ты чё, нафига ты его уничтожаешь? Я правой кнопкой нажми. Не могу. Все, его подобрать не могу. Все, не трогай его, пусть растет. Да. А, во, я его сам... Он дай мне его, сам... я его это... Это рыбка какая-то, слышь? Думаешь? Да, ну, Anglefish, fish, рыба. А-а-а. Это надо в воду, значит, да? Да, в воду надо. Это, ну, как-то не особо похоже на икру. Это яйцо какое-то. У рыб нету яйца. И ладно, я пойду. Не знаю, но я пойду в... Блин, нет, воду не хочу сыть. Оно как бы это... Ладно, пусть на суше. Посмотрим, что будет. Пускай будет выходить по суше. Вот. Я подумаю. Пускай оно пока у тебя в инвентаре это живет пока. Живет пока. А тем временем нужно песок переварить. Да. Переваривать. Как... О, смотри, прям в печке видно все. Да, да. Чуть-чуть. Это тоже мод, да, такой какой-то? Да, это мод. А слушай, давай я свой песок подкину. Давай подкину. О, все, я подкинул. 64 песка. Все, там это... Вот, я... Это... Стекло тут какое-то наверху было. Ну, все, не горит. Не горит. Не горит? Да, все, не горит печь. А чё, чё горел? Ну, потому что, ну, туда досок подкинь, не знаю. А ну и на этом, друзья, у нас все. С вами был полковник Кастрюля и мой друг Нейзи. Вот, ребята, пока-пока, да. До скорых встреч, до новых серий. Еще раз пока-пока, давай, пока-пока ты тоже скажи, Нейзи.